Здравствуйте! Вы смотрите Курзамское телевидение, программу «Взгляд из Венсполса. События. Люди. Мнения». В студии Татьяна Саксаганская. Куда пропал мой ребенок? Кто-то видел моего ребенка? Кто-то мог бы присмотреть за моим ребенком? Такие вопросы порой звучат из уст родителей, присматривающих за детьми. Их можно услышать в любое время, но особенно актуальны они летом, когда семьи отправляются отдыхать к водоемам или на какие-то публичные мероприятия. Закон по защите прав детей гласит, что дети до 7 лет должны находиться под строгим контролем родителей. Присмотреть за ребенком могут и другие лица в возрасте не младше 13 лет, но стоит всегда тщательно взвесить, насколько человек готов позаботиться о ребенке и следить за его передвижениями. За оставленного без присмотра ребенка на родители могут наложить штраф от предупреждения до 210 евро. Я хочу обратить внимание тех, кто присматривает за ребенком, на то, что ни одно сообщение в WhatsApp, ни одна фотография в Инстаграме или пост в Фейсбуке не стоит того, чтобы оставить ребенка без присмотра. Это касается не только детей, но и других близких людей. Отложите все – телефоны, другие гаджеты. Будьте с вашими детьми, проводите время с ними. Если ребенок вдруг пропал с поля зрения, необходимо незамедлительно начать поиски. И если своими силами найти не удается, надо обратиться за помощью к оперативным службам. И чем быстрее это будет сделано, тем больше шансов найти ребенка живым и здоровым. Да, наши спасатели работают, оперативно реагируют, по максимуму стараются обеспечить безопасность. Но в любом случае безопасность в первую очередь находится в руках самих людей. И если родители не присматривают, спасатели не могут за каждым ходить отдельно и смотреть. Так что в основном это обязанность родителей. Мы поинтересовались у отдыхающих на Венсполском пляже, насколько серьезно они подходят к вопросам присмотра за детьми. Конечно, смотрим, глаз не спускаем. Это же твой ребенок, как можно не присматривать за ним? А вы когда-нибудь замечали, что дети остались без присмотра? Нет, там, где мы обычно бываем, все смотрят за детьми. И мы тоже смотрим один ребенок или с кем-то. Но, правда, в последнее время с этим просто беда. Ребенок – это святое. За ним надо всегда присматривать. Безопасность превыше всего. Особенно на воде. На море всякое течение, и все может волной. И до какого возраста будете пересмотреть? Буквально в любом возрасте надо присматривать, приглядывать. Ребенок остается ребенком в любом возрасте. Очень важно не оставлять без присмотра своего ребенка. Вокруг так много людей, и надо следить за тем, что делает ребенок. Так должны поступать все родители. А вы всегда следите за ребенком? Но я не из тех мам, которые все время бегут за ребенком и кричат: «Ты где? Ты где? Ты куда пошел? Туда не ходи, здесь не сиди, это не делай». Но я не такая. Когда ребенку исполняется 7 лет, это не означает, что он готов к самостоятельной жизни. Он также нуждается в присмотре взрослых людей, причем таких людей, которым можно доверять. Сотрудники Венсполской муниципальной полиции призывают окружающих людей тоже быть отзывчивыми, не оставаться равнодушными, например, в случае, когда они заметили оставленного без присмотра ребенка или когда к ним обращаются за помощью кто-то, кто потерял своего ребенка. Tev vispār nav ne cik cukurs, bet te ir, jo vairāk vēlāk cukuru, jo arī ūdens līmenis paceļas. Маленькие ученые с большим интересом примеряют на себя роль лаборанта, химика, физика, делая первые в своей жизни научные открытия. За неделю лагеря «Техноэко», организованного Венсполским дигитальным центром, учащиеся первых шестых классов успевают познать не только обширный спектр современных технологий, но и расширить свой кругозор, посещая объекты культуры и природы. В лагере объединено два направления – технологии и исследования живой природы, животных, моря, лесов, полей, садов и так далее. Лагерь в этом году проходит в новом центре инноваций и науки «Визиум», который совсем недавно открылся в Венсполсе. Широкие возможности центра позволяют сделать программу разнообразной. Дети занимаются в лаборатории, современных классах и интерактивном экспозиционном зале.
Это не происходит так, что детей просто впустили в экспозиционный зал, и они там занимаются в свободном режиме. Есть учителя, которые подготовили тематические занятия, и дети занимаются с экспонатами очень целенаправленно. Наша жизнь не ограничена только новыми технологиями, поэтому организаторы лагеря позаботились о том, чтобы программа была разносторонняя. Помимо того, что каждый день вторая половина дня посвящена посещению объектов культуры в Венспилсе, также в программу входит экскурсия за пределы города. Например, эта группа побывала в Тукумсе на тропе босоногих и в музее Соломы. Мне здесь больше всего нравятся виртуальные очки. Мне нравится выставочный зал. Понравилось слушать, что нам рассказывают. И еще мне понравилось то, как мы угадывали животных. Новые теоретические знания сразу применялись на практике. Например, чтобы понять, как меняется плотность воды, школьники смешивали различные вещества. В итоге у каждого получилось сложить свою радугу, используя полученные знания. Там вода, краситель и сахар. Получилась такая радуга. Надо делать очень аккуратно. Меня эти мероприятия меня вдохновляют стать каким-нибудь исследователем. В этом году задача лагеря – познакомить детей с научным центром и его возможностями, расширить их кругозор в сфере технологий. Насколько технологии нам полезны и как они нам помогают. Технологии не только нас развлекают, а также они нас образовывают, развивают. Мы становимся умнее, находчивее. Мы можем делать умозаключения, многое понять и сами быть маленькие ученые. Лагерь продлится до 12 августа. 11 лет назад Венспилс доверился молодому энтузиасту Раймунду Элбакяну и предоставил свою инфраструктуру для проведения мероприятия, формат которого на тот момент не был так хорошо знаком и понятен. В прошедшие выходные горожане уже знали, что их ждет. Много музыки, экстрима, головокружительных трюков, встреч со знаменитыми спортсменами. И все это было в рамках уже 10-го фестиваля «Get the Games». Три дня в Венспилсе царила экстремальная атмосфера. Город был поделен на несколько гетто, в которых собрались те, кого спокойная жизнь не устраивает, кто выбирает движение как стиль жизни. 10-й фестиваль «Гетто Геймс» прошел с размахом, с привлечением мировых звезд различных направлений. Например, наряду с начинающими скейтбордистами, роллерами, спортсменами BMX в скейт-парке можно было встретить Нилса Янсенса, признанного лучшим в мире инлайнером, или венспилсского профессионального спортсмена Мадреса Апса, который считает, что освоить катание на скейтборде может абсолютно любой человек. Кататься на скейтборде не означает, что надо обязательно прыгать по ступенькам или кататься по перилам, по стенам. Ездить на скейтборде можно по прямой, на плоской поверхности. Это то же самое, как кататься на лыжах или на роликах. Надо просто привыкнуть, и в итоге люди любого возраста и любого пола смогут это сделать. Не надо бояться и перебирать с трюками, делать какие-то развороты, прыжки. Скейт-парком надо наслаждаться. Это ветер в волосах, и в конце концов можно быстрее добраться до магазина. Я рад, что могу привести в Венспилс своих друзей со всего мира и дать юным спортсменам пережить то, что переживал я. Показать им, где я учился, где были мои первые соревнования. Тогда я смотрел на более опытных, которые уже лет 10 катались. И я благодарен за эту возможность организовывать и помогать развитию этой сферы. Головокружительные трюки демонстрировал один из фаворитов этого экстремального гетто – японец Такеши Ясутоко, для которого ролики с детства были почти основной обувью. Не мудрено, что сейчас сложно найти ему соперника, например, в соревнованиях по верту. Я стою на роликах с трехлетнего возраста, потому что мои родители были танцорами, роллерами. Поэтому я так давно на роликах. Я не помню себя в том возрасте, но я помню, что мои первые соревнования были, когда мне исполнилось 9, и они проходили в США. Это я хорошо помню. Пока спортсмены покоряли рампы, проделывали трюки на радость публики и для жюри, на площади Лейлес проходили соревнования по армрестлингу. Импровизированная арена стала местом проведения особых, кульминационных моментов фестиваля. В пятницу вечером на ней развернулась битва самых разговорчивых, умеющих не только переговорить других, но и сделать это в зарифмованной форме.
Участникам батла были даны задания, и, например, описать картинку или использовать конкретные слова. Tātad Kurzemes televīzija, cīņa un paldies. Šodien šeit publika būs blīva. Tur būs 8 MC un cīņa būs sīva. Jā, jūs zināt, šeit būs čaļi, kuriem ir tā vīzija, un to visu iemūžinās Kurzemes televīzija. Un tu jau jūti to, ka sniegs tagad traki mauc, un saki, višķi valdies. Es teikšu, ok, čau, tiekamies vakarā, un saku paldies. Geto Games... Брівруну батли, но так я вайрак не каде смігати. Разговорные батлы в рамках Geto Games проходят уже более 10 лет. Это уже основательная традиция. За эти годы выросли серьезные MC, ставшие профессионалами. Образовался и первый театр проекта «Свободная речь», который я представляю. Это место своего рода трамплин для роста. На проспекте Лейлас в течение 3 дней проходили соревнования по футболу, баскетболу, но в этот раз было представлено и такое направление футбола, как фристайл. Лучшие фристайлеры на глазах у изумленной публики боролись за приз в 1000 евро. Это что-то между спортом и шоу, но спорт, потому что это состязание все-таки, как фигурное катание, это спорт или шоу? Это очень похоже, чтобы для сравнения для людей, чтобы понять. В принципе, это трюки с футбольным мячом, не используя рук. То есть набивание ногами, головой, плечами, используя разные части тела, чтобы жонглировать и удержать мяч в воздухе, и не только в воздухе. Вечером в субботу страсти на арене разгорелись не на шутку. На ринг вышли те, кто знает, что только в бою можно выяснить, кто сильнее. И тут публика могла выплеснуть все свои эмоции. Это вид спорта, панкратион, ММА. Тут нет такого, что с улицы ребята придут и начнут в сапогах друг друга бить. Это вид спорта, у нас свои правила тоже есть, Geto Fight. Да, это готовые профессиональные, полупрофессиональные любители, да, но это спортсмены, это не совсем уличные драки. Все очень хорошего уровня спортсмены, и, как правило, обычно именно в таких боях мы видим зрелище. Фестиваль – дело рук Раймонда Элбакяна и его многочисленной команды. 10 лет назад Венсполская мэрия поддержала его идею проводить это мероприятие в городе. Думаю, нам удалось положительно удивить Думу, показать, что у молодежи очень большой интерес к этому, и все было довольно хорошо организовано. И с того первого раза, шаг за шагом, мы развивались, что-то меняли, много что сделали. 10-й год. Милзига отбилдей бьет омар ногрезница. И 10-й год – это огромная ответственность. Период довольно большой, мне самому только 36. 1 год фестиваль не проходил, так что если смотреть в разрезе 11 лет, то это самое активное время моей жизни. Активная работа над этим проектом и эмоции сегодня фантастические. Фестиваль завершился, у организаторов есть год, чтобы продумать программу следующего и подготовить очередные сюрпризы для Венсполской, уже довольно искушенной, но готовой принимать новшества публики. Free Revolution! Oh my God! Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!